Продолжается обсуждение послания главы республики Егора Борисова, адресованному парламенту, общественности и жителям Якутии. Мэр города Айсен Николаев по итогам обращения главы региона обратил внимание на вопрос поддержки местных производителей и поделился своим мнением. Егор Афанасьевич очень четко высказался по развитию коммунальной инфраструктуры республики, в том числе и города Якутска, и, конечно же, преодолению той очень серьезной проблемы, которая есть у нас и в республике, и в городе, это ликвидация аварийного жилья. Мы все знаем, что в 2017 году программа российская прекращает свою работу, и Егор Афанасьевич уже сказал, что он вместе с губернаторами Тульской области, Ульяновской области обратился к руководству страны с предложением продлить эту программу. Здесь, на самом деле, вопрос очень серьезно обсуждается сегодня на высших уровнях федеральной власти. И я думаю, что вот такая постановка вопроса со стороны такого руководителя региона, как Егор Афанасьевич Борисов, конечно же, я считаю, позволит этот вопрос решить положительно.